Сегодня мы предлагаем сосредоточиться на главной звезде дачного стола – заливном рыбном пироге с зеленью и рисом. Благодаря нашему рецепту вы приготовите его всего лишь за час. Итак, дачный пирог из консервированной рыбы с рисом и зеленью. Что мы возьмем для него? Банку консервированного тунца, половину стакана круглозернового риса алейка, 2 яйца сырых и 2 вареных, стакан пшеничной муки алейка, стакан кефира, лимон, дачную зелень, соль, перец, разрыхлитель, немного сахара, подсолнечное масло алейка, а еще немного кунжута. В первую очередь нам необходимо сварить рис. Из расчета 1 стакан воды на полстакана риса. Но если вы хотите рассыпчатый рис, а нам нужен именно такой, то перед приготовлением его необходимо промыть в холодной воде. Так мы избавимся от крахмала, который отвечает за клейкость. Рис нужно промывать до тех пор, пока вода не станет прозрачной. Мы используем круглозерный рис из коллекции «Круп Алейка». Это отборное шлифованное зерно, которое содержит белок, 8 важнейших аминокислот и богато сложными углеводами. Рис Алейка – отличный вариант для приготовления плова, ризотто, гарнира и, конечно, он просто незаменим в нашем пироге. Посмотрите, все зернышки риса Алейка имеют одинаковый размер. Солим воду и сразу высыпаем рис. Перемешиваем, убавляем огонь до среднего и накрываем крышкой. Вариться он будет минут 20. Тем временем мелко порубим дачную зелень, у нас зеленый лук и укроп. Откроем баночку тунца, перекладываем в миску и разминаем вилкой на небольшие кусочки. Вы можете по желанию использовать другую рыбу, отлично, например, подойдет лосось. Яйца мы также мелко порубим и смешаем все ингредиенты. В этот момент нужно включить духовку, чтобы она успела разогреться до 180 градусов. Там наш рис, он еще не готов, поэтому за это время мы приготовим тесто. В миске смешиваем кефир с яйцами. Добавляем парочку чайных ложек сахара, чуть сладкое тесто отлично подчеркнет вкус тунца и солим. Теперь стакан муки, разрыхлитель и хорошо перемешиваем. С мукой алейка высшего сорта выпечка будет превосходной и придется по вкусу всей семье. Теперь нужно перемешать тесто так, чтобы не было комочков. Можно воспользоваться блендером. По консистенции тесто должно получиться таким, как на оладьи. Не забывайте, что наш пирог заливной. Тесто готово, рис тоже. Промываем его холодной водой и сразу отправляем в миску к начинке. Перемешиваем, выжимаем немного сока лимона, солим и перчим. Остается все вместе соединить в форме. У нас стандартное, круглое. Прежде всего смазываем дно подсолнечным маслом. Выливаем половину теста. Теперь по центру размещаем начинку, которую аккуратно лопаткой погружаем в тесто. Начинка не должна доходить до края. Теперь выливаем оставшееся тесто и последний эффектный штрих – посыпаем кунжутом. Отправляем наш пирог в духовку на 30-40 минут. Что соберет всех за дачным столом на веранде под тенью яблонь и черемухи? Конечно же, пышный ароматный пирог, который мы приготовили всего лишь за час. Ваши дачные вечера будут теплыми, душевными и, конечно же, вкусными. Приятного аппетита и до скорой встречи!